Президент Вадим Красносельский сейчас находится с рабочим визитом в Москве. На ближайшие дни запланированы встречи в администрации президента России, в Госдуме, Совете Федерации и в российском МИДе. Вадим Красносельский планирует обсудить дальнейшее сотрудничество Приднестровья и России и итоги думских выборов, на которых приднестровские россияне показали высокую явку. В голосовании приняло участие более 59 тысяч человек. Работало 27 избирательных участков. В ходе своего визита Вадим Красносельский также намерен пообщаться с соотечественниками в официальном представительстве Приднестровья.